нашим большим и дворец молодежи Николай Викторович. Это олицетворение нашего города области. Спасибо. Появляются новые памятники, появляются новые места. Стелла, посвященная 25-летию фестиваля «Человек-кот», считается открытой. Церемонию открытия 25-го гала-концерта фестиваля «Черный кот». Дамы и господа, президент фестиваля «Черный кот», директор Рязанского дворца молодежи, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Реднев. С праздником вас, нас с юбилеем, а Рязань с замечательным событием. И я приглашаю на сцену начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Виталия Еремкина. Добрый день, любимый город. Добрый день. Гости нашего фестиваля, четверть века, весна и кот с нами. Я поздравляю вас с этим событием, удачи и пусть победит сильнейший. Я с большим удовольствием приглашаю на сцену начальника управления культуры города Рязани Андрея Кашаева. Добрый день, дорогие рязанцы. Наш кот сегодня особенно культурный, потому что он проходит во Всероссийский день работников культуры. Это во-первых. Во-вторых, он необыкновенно позитивный, он солнечный, потому что в 25 лет жизнь только начинается. И мы это точно знаем. Правда? Я приглашаю на сцену председателя комитета по делам молодежи Рязанской области Елену Ивановну Гуняшину. Спасибо большое нашим молодым людям, детям, молодежи, за то, что они дают нам такую возможность помогать, организовывать этот фестиваль. Спасибо, дорогие друзья! Спасибо, что есть и всегда были, есть и будут люди, у которых есть идеи. Идеи дарить радость многим тысячам людей. Большое счастье в этой жизни,
потому что каждому человеку очень важно в этой жизни, чтобы его увидели, чтобы его поняли, чтобы то, что он может в этой жизни, реализовалось. Вот за это большое счастье, за любовь к музыке, к танцу, грации, за любовь к молодости, за любовь к профессионализму. Но молодые бы ребята не смогли бы сегодня себя здесь реализовать и в многих других фестивалях, если бы не были с ними рядом люди, которые творят спектакль на этой сцене, которые живут этим. Это руководители. Давайте поаплодируем руководителям наших танцевальных коллективов. Замечательно, что это праздник семейный, потому что сегодня и три дня на сцене дворца выступает молодежь, дети, но здесь, в этом зале, присутствуют родители, друзья, даже бабушки и дедушки. Вот это единение в России никому никогда не отнять. Это самое главное достояние. Спасибо всем! Я, как каждый человек, очень переживаю, тоже выходя на сцену, хотя много раз выхожу. Хотела очень кратко, но чувства переполняют. Наверное, каждая минута и сегодня и сейчас, 25 марта 2012 года, 13 с минутами, незабываемые, пусть у каждого из нас, этот момент и эти минуты, и эти часы останутся навсегда в этой жизни. С праздником! 25-й юбилейный фестиваль танца «Черный кот» объявляется открытым. Прошу вас в зал. И, как всегда, мы начинаем гала-концерт не с конкурсной программы, а начинаем концерт с победителей. Почему? Потому что у нас по традиции открывают полуфиналы. Ну, мы полуфинал называем так, внутренняя наша терминология. Открывает номинация «Черный котенок», и сегодня дети получают право станцевать на сцене «Большого черного кота». И в этом году из всех рязанских и нерязанских детских коллективов, которые выступали в «Черном котенке», этого права добился коллектив, который называется «Барс Премиум». Thank you.
премиум поколения. Лучший детский коллектив из тех, которые танцевали на черном котенке. Я приглашаю на эту сцену Наталью Викторовну Приходько и Николая Викторовича Прикила. И в номинации «Черный котенок» лауреатом второй степени стал команда «Лил Патчи», руководитель Денис Кабаров и Алексей Поляков. На сцену. А себя замечу, что впервые у нас дети брейкеры были. Спасибо. Это младшая номинация, оказывается. Лауреат первой степени в номинации «Черный котенок». Театр танца 7+. Руководитель Олеся Пусева. И диплом победителя фестиваля в номинации «Черный котенок» присуждается школе эстрадного танца Евгения Сотина «Премиум поколения». Евгений Сотин, «Премиум поколения». Лучший детский коллектив Рязани этого сезона. По нашей версии. Жень, диплом, подарок и от кафе Red Cat вот этого замечательного кофе. Только его на сцене есть не начинается, ладно? Аккуратнее. Лил Патчи 7+, и победители премиум поколения. Дамы и господа, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Дорогие друзья, добрый день. Я начну свое выступление с главного. Я начну с пожеланий. И я желаю черному коту продолжения. А это значит, я желаю таких же замечательных, ярких и талантливых участников. Такого же замечательного, доброго, переживающего, восторженного и громко аплодирующего зрителя. Ну и, конечно же, таких удивительных организаторов, которые уже на протяжении многих лет делают для фестиваля главное. Они продлевают ему жизнь. Причем жизнь яркая и наполненная. Таких организаторов, как Игорь Крысанов, Николай Плетнев, Сергей Дудукин, Елена Буняшина. Ну и позвольте выразить надежду, что после сегодняшнего мартовского черного кота, который станцевал и помяукал, завтра на улице наступит весна. С весной вас! Поручение губернатора Рязанской области вручить Игорю Викторовичу Крысанову почетную грамоту и сказать ему большое спасибо за его талант, за его творчество и за то, что он рязанцам дарит счастливые минуты, делает нашу жизнь красивее и счастливее. Спасибо.
Я приглашаю на сцену председателя Рязанской областной думы Аркадия Фомина. Добрый день, дорогие друзья. Я также очень рад приветствовать всех участников, всех тех, кто пришел посмотреть, насладиться танцевальным искусством здесь, в этом уютном зале. Я тоже, как бы, приветы не мерю, но для многих встреча с черным котом не всегда желательна. Но это не про наш случай. В нашем случае все те, кто хоть раз встретился с нашим котом, рязанским черным котом, вновь и вновь спешит и ждет, когда наступит новая встреча. Потому что эта встреча с нашим котом приносит радость, приносит хорошее настроение. И скажу по секрету, она приносит удачу. Я благодарю бессменных организаторов, вдохновителей, наших очень креативно мыслящих организаторов. Это Игорь Крысанов и Николай Плетнев за их неустанную работу по поиску средств, по поиску талантов для того, чтобы доставить нам радость. Разрешите мне в этот юбилейный день, юбилейный фестиваль поздравить и вручить им подарки. Приглашаю к микрофону главу администрации города Рязани Виталия Артемова. Добрый день. Вы знаете, я сидел в этом зале и поймал на себя на мысли, что работа администрации очень простая. Она заключается только в одном. Если есть у рязанцев идеи, помочь ее воплотить. Чтобы жили вот такие фестивали, как «Черный кот», были новые фестивали, и тогда наша Рязань будет краше, милее и более узнаваемы. Сегодня мы тоже открыли памятник. Это еще была одна идея творческого коллектива «Туляки» — создать памятник черному коту. Эта идея была воплощена. Но в этом зале есть еще один человек, Николай Плетнев. У него тоже есть своя, мечта. Он долго о ней мечтал и всегда очень хотел, чтобы этот зал помогал, был для вас удобный. И он очень хотел поменять здесь кресло. Вот от администрации города Рязани мы Николаю Плетневу дали сертификат на 3 миллиона рублей, чтобы следующему черному коту он сделал здесь удобное кресло. И нам здесь было комфортней. Вам. Праздник у вас. Можно я теперь обращусь к области? Область, помогите нам тоже, пожалуйста. Спасибо. Я не хочу обидеть руководителей других культурных учреждений нашего города и нашей области, но я считаю, что вполне объективно и честно будет сказать, что у нас самый уютный зал в городе и по акустике, и по интерьеру, по антуражу. И во дворце молодежи постоянно что-то меняется, постоянно что-то развивается. Сейчас вот танцевальную зону очень красивую, новую сделали. И вы знаете, с 91 года Николай Викторович Плетнев работает директором сначала ДК «Нефтяников», а теперь Рязанского дворца молодежи. И с 91 года у Плетнева в кабинете стоит та мебель, какая стояла, когда он сюда пришел на работу. Он сказал: я себе сделаю кабинет тогда, когда меня дворец будет полностью удовлетворять. Мне кажется, это человек без ума. Как я. И уж вскоре мы вспомнили те далекие-далекие времена,
Давайте-ка мы еще раз постараемся в своих головах прокрутить цепь событий, которая за 25 лет произошла. И поймем, что в принципе изначально «Черный кот» был всего лишь навсего конкурсом брейк-данса. И придумали еще одну номинацию, которая рок-н-ролл. А вот на первом «Черном коте» в рок-н-ролле нас танцевало огромное количество коллективов, аж целых две пары. И приз мы не вручали, потому что у первой пары не пошла фонограмма, потому что в то время мы работали с катушечной магнитофонов и пленку заживала. Вот бывали такие вещи, ну и получился танец. А уже на будущее, ну на следующий год рок-н-ролл у нас был представлен по полной программе. Друзья, уникальное событие сейчас. Я не знаю почему, не знаю как получилось так, что они решили рискнуть. Для вас сейчас будут танцевать на сцене участники конкурсной программы, чемпион и вице-чемпион рок-н-ролла образца 1989 года. Это Геннадий Дронов и Олеся Бусева. Геннадий Дронов и ведущий хореограф города Рязани Олеся Бусева. А вы знаете, дело в том, что партнер Олеся, с которым она танцевала, и тут за кулисами находится. Артур-то где? Артеменко. Сергей. Вот. А знаешь, что мы сейчас выходим на сцену? Это гран-при второго черного кота. Мы надарили таких мягких игрушек. Сергей Артеменко, Олеся Бусева, Геннадий Дронов. Спасибо. Что? Ну а нашим танцовщикам Гене и Олеся, Гена, подождите, вам подарки на память просто-напросто, чтобы... Спасибо. Все, только очень видеть, Олеся. Спасибо. Как вы поняли, мы начинаем номинацию «Рок-н-ролл». Итак, финал. Итак, номинация «Рок-н-ролл» открывает для вас ее, как это ни странно, театр танца 7+. Руководитель Олеся Бусева. Какого хрена
Театр танца 7+, город Рязань. Номинация рок-н-ролл. Танцевальный коллектив премиум, город Рязань. Руководитель Мария Архангельская. Запишу свое сердце на секцию плавания, оно же слабое. Сдам в ремонт свою крышу, чтоб больше не ехала, как у Чехова. Всем вышли сигнал, дальше сигнал моего времени с 2000-го. Привет передам, это для себя. Я был гением.